13 марта в зале администрации района состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльске. На мероприятии присутствовали заместители главы района, главы сельских поселений, начальники управления администрации, директора школ. Открыл и провел заседание председатель комиссии, глава района Заур Хамирзов. И первым он предоставил слово начальнику управления образования. Асиат Берзегова подробно рассказала об антитеррористической защищенности и обеспечении безопасности учебного процесса в образовательных учреждениях района. В рамках обеспечения антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности учебного процесса в образовательных учреждениях Кашхабльского района систематически проводится перечень плановых и внеплановых мероприятий, начиная с бесед, заканчивая эвакуационными тренировками. Разработаны инструкции действий руководителей работников при угрозе или проведении террористического акта на основании требований действующего федерального законодательства. Ведутся разъяснительные работы с сотрудниками, обучающимися образовательных учреждений, их родителями, законными представителями о необходимости повышения бдительности, соблюдения требований по обеспечению личной и коллективной безопасности. Особое внимание уделяется обеспечению охраны объектов, ужесточен пропускной режим, исключен несанкционированный проход посторонних лиц, организация контроля прохода в здании образовательного учреждения происходит строго под запись. Также уделяется много внимания содержанию кабинетов, подвальных, чердачных, хозяйственных помещений, наличию и работоспособности средств, обеспечению комплексной безопасности. Сотрудниками образовательных учреждений проводятся дополнительные инструктажи на выявление, своевременное информирование органов безопасности внутренних дел о подозрительных лицах, проявляющих интерес к режиму работы образовательного учреждения, осуществляющих фото-видеосъемки. Осуществляется проверка подвальных, чердачных, подсобных помещений с целью обнаружения легко воспламеняющихся и взрывчатых предметов и веществ, которые могут быть использованы в качестве средств совершения диверсионно-террористических актов под видом имущества, продуктов, строительных материалов. Во время ремонтных работ в летний период особое внимание уделяется помещениям, где проводятся строительные работы. Установлено постоянное взаимодействие и обмен информацией с территориальными органами внутренних дел. Систематически проверяется функционирование кнопок тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения. Спланированы необходимые действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Обращаясь к начальнику образования и директорам школ, глава района подчеркнул, что в целях антитеррористической защищенности ни одного постороннего человека на территории образовательных учреждений быть не должно. Далее с докладом о работе администрации Кашхабльского и Дмитриевского поселения по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений выступили главы соответствующих поселений. Администрация Кашхабльского сельского поселения участвует во всех мероприятиях, проводимых органами системной профилактики. Так, в адрес Кашхабльского сельского поселения регулярно поступают представления от следователей, дознавателей об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений. В связи с этими представлениями администрация проводится профилактические беседы с населением. Эти вопросы также выносятся на собраниях старейшин аула и Адыгахаса. Работники администрации уполномочены по составлению административных протоколов по материалам административных правонарушений, получаемые от подразделения по делам несовершеннолетних и участкового уполномоченного полиции Кашхабльское сельское поселение, оформляют административные протокола по статье 27.2 Закона Республики Адыгея об административных правонарушениях. Необходимое требование к обеспечению мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному, нравственному развитию детей и предупреждению причин их им вреда. Администрация муниципального образования осуществляет свою деятельность, направленную на противодействие терроризму и иные насильственные проявления экстремизма, межнациональных и межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание молодежи,
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами муниципального образования Дмитровское сельское поселение. Администрация муниципального образования принимает исчерпывающие меры по противодействию терроризму и экстремизму. Так организована профилактическая работа по антитеррористической защищенности граждан, информационные буклеты по профилактике правонарушений, обеспечению общественной безопасности, предупреждению террористических актов в поселении. Обеспечивается информирование граждан через средства массовой информации поселения. На официальном сайте администрации поселения регулярно обновляются информации, проводятся соответствующие разъяснительные работы. Учреждениями культуры на территории поселения в течение всего года проводятся мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму среди населения. Ежегодно обсуждаются планы работы, отчеты о проделанной работе в рамках профилактики терроризма в обществе. Постановлением администрации утверждена муниципальная программа обеспечения антитеррористической безопасности и профилактики экстремистской деятельности в муниципальном образовании Дмитровское сельское поселение. Глава района отметил, что нужно продолжить работу по установке систем видеонаблюдения в поселениях района. Заседание прошло в деловой и конструктивной обстановке.